Еще равно, конечно, так оно. Давно это было? Очень много зим назад. Днем тогда на Таймыре было очень светло, потому что на небе одновременно светились и солнце, и луна. Солнце ездило по небу на золотых санях, а луна плавала на серебряной лодке. На ночь солнце и луна уходили спать в свой дом на вершине горы. Лодку и сани берегли. Чтобы никто их не украл, привязывали их к себе. Увидел подземный житель, одноглазый Кунтх, как красиво катаются по небу солнце и луна, и решил сани и лодку взять себе. Не удалось. И надумал Кунтх завладеть лодкой и санями обманом. Эй, Луна, я давно хотел тебя спросить. Ты на небе самое главное? Не знаю, наверное. Да, самое главное. Я тоже так думаю. Главнее тебя быть не может. Эй, солнце, я давно хотел тебя спросить. Ты на небе самое главное. Не знаю, наверное. Да, самое главное. Я тоже так думаю. Главнее тебя и быть не может. Но вот тут только что проплывала луна и говорит, что она самая главная. Как это она? Конечно, я главное. Тут и думать нечего. Эй, луна, солнце говорит, что оно главнее. Как это солнце главнее? Эй, луна, ты с чего это решила, что ты на небе самое главное? Всем известно, кому что это я всем? Главнее. Мне, например, неизвестно. Я освещаю землю красивым серебряным светом. А ты, ты вообще круглая и толстая. Вот. А ты вообще гнутая и кривая. И ничего ты не светишь. Ты только отражаешь мой свет! Ух ты, жирный блин! Только мешаешь! Какая же гнутая! Головешка! Да хотя бы! Стоп! Я знаю, как разрешить ваш спор. Кто из вас сейчас первым домой прибежит и в чуме окажется? Тот и главнее. Ты чего толкаешь? И поехали! Та ноги, ось я колен, вона не разу. Я первый! Давай. Я рабцюки витаватян, та на хома кантагалича янку. Янку магалича. Опечалились солнце и луна. Не смогли они больше светить на небе, и наступила холодная тьма. Все жители земли остались без света. И решили они отправить на поиски солнца и луны самого храброго охотника.
брось ерундой заниматься. Пойдем лучше солнце и луну искать. Будешь мне другом. Брось, пошли. Речку от камней чистить при свете солнца удобнее, однако. Подумал силач и решил помочь хитрому охотнику найти солнце и луну. Ты зачем дуешь? Пургу поднимаешь? А что еще делать? У нас ни солнце, ни луны. Пойдем лучше солнце и луну искать. Я как раз их разыскиваю. Подумал ветродуй. Чем ночью пургу гонять, помогу умному охотнику найти луну и солнце. На земле темно. Как же мы по небу ездить будем? Без лодки и саней мы ни шагу. Мы сами отсюда не выберемся. Спасай нас. Лодку и сани не забудь принести. Пожалуйста, принеси. Одноглазый, отдай лодку и санки луне и солнцу. Зачем ко мне залез? Я пришел забрать лодку и сани для луны и солнца. Не отдам. Теперь это все мое. Тогда давай меняться. Я тебе за это красавицу в жены привел. Она внизу стоит. Веди ее сюда. Сейчас спущусь, приведу. Чудовище. Дуй сильнее. Пусть пурга поднимется. Эй, тут такая пурга поднялась. Боится девушка наверх лезть. Сам сюда спускайся. Погляди, какая красавица. Где смотри, девушка? Смотри, ничего не вижу. Где девушка? Ничего. Да вот же она. Отдай. Thank you.
кто главный? Нет ничего проще. Мы делим год пополам. Ты, солнце, будешь главным на небе ровно полгода. Свети себе и днем, и ночью. А ты, луна, будешь главный на небе вот другие здорово. Полгода. И тоже свети себе сколько хочешь. Так теперь на Таймыре и происходит. Полярным летом и днем, и ночью светит солнце, а полярной зимой — луна. А иногда на небе переливается северное сияние. Северные люди ничего, привыкли, оленей пасут, рыбу ловят, на охоту ходят. Живут хорошо, однако. Ваза, эти танья и чутанди молтини. Вы, конечно, слышали о великом потопе, о Ноевом ковчеге. А кто принес на ковчег оливковую ветвь? Смелый голубь. Прошли века, а старики все рассказывали молодым о великом предке. Однажды в родовом поместье на краю караимского села вылупился необыкновенный голубенок. Звали его Джурук. Он мог то, чего никто из его родичей уже не умел. Как и его геройский предок, он понимал язык людей. Но вот что и зачем делают люди, Джурук не понимал. «Вот дураки! Зачем высыпают зерно на землю? Не хотят сами съесть, отдали бы голубям!» «Ох уж эти люди!» Прошло время. Голубенок Джурук повзрослел. Он понял, что люди не такие уж глупые, но жадные. У них так много еды, но они и не думают делиться с бедными голодными голубями. Это несправедливо. Джурук наблюдал за людьми, узнавал их тайны. И самую главную из них – где лежит еда. Молодой Джурук очень хотел стать великим героем. Он поможет своему племени, он восстановит справедливость. И голуби восхваляли его: «О, великий голубь Джурук!» Однажды Джурук услышал, что хлеб не уродился, и зима будет голодной. Нужно было что-то придумать, чтобы спасти голубиный народ. И Джурук придумал. Он забрался в амбар сельского портного. Почему именно портного, спросите вы? Всему свое время, скоро узнаете. Но представляете, каково будет портному увидеть, что в закромах не зернышко? Ну, что я говорил? И тут раздался страшный голос. «Эй, портной, пошей наряд для богача, да принеси его ночью на старое кладбище, тогда вернешь свое зерно!» «Ой, я забыл вам сказать, Джурук и говорить умел! Ну что, поняли теперь?» «Нет, ничего, скоро поймете!» Да, еще никогда портной так не старался. Джурук тоже принялся за дело. Для начала он нашел старое осиное гнездо и припрятал в укромном месте. А еще он добыл клочки овечьей шерсти, палки, палочки, косточки, веревочки, чурбачки и даже колесики. И зачем голубю весь этот мусор? «Эй, портной, принес? Хорошо. Разложи-ка наряд на земле. Хорошо. А теперь забирай свое зерно. Оно здесь, в незанятой могиле». Легко сделать человека счастливым. Отними у него что-нибудь, а потом верни обратно.
Так вот, что придумал мудрейший голубь. Чтобы помогать своим собратьям, он прикинется человеком. Задумано, сделано. И сотворил Джувурук человека. Правда, получилось скорее чучело. Но для голубя что человек, что чучело — одно и то же. Корчма за селом пользовалась дурной славой. Там собирались нехорошие люди. Но Джувуруку это место понравилось. Вот бы тут поселиться. Получилось с портным, получится и с корчмарем. Отдай ключи от корчмы новому гостю, а сам убирайся, а то хуже будет. Должен сказать, что и другие постояльцы слышали голос и дважды просить себя не заставили, сбежали. Остался в корчме только слуга. Трудно было понять, глухой он или нет, но говорить он точно не умел. Так что, если что и видел, держал язык за зубами. Задумано, сделано. Вскоре разнеслась весть по всей округе. Корчма уже не корчма. Поселился там праведник. Не ест, не пьет, не спит. Сидит над святыми книгами. Но все про всех знает. Ужас! Стройте, люди, кормушки для птиц. Искупайте грехи. Кстати, именно с тех пор и стали люди делать птичьи кормушки. Может быть, все же люди не такие уж умные, но и не такие уж жадные. Задумано, сделано. Устроил Джувурук голубиному народу знатный пир. О, великий, великий голубь Джувурук! Решил показать Джувурук своим родичам, что же он придумал, сотворил. Не понравилось это голубям. «Не живи чужой жизнью!» — крикнули они на прощание. Но на следующее утро голуби прилетели опять. Ибо какой голубь не любит вкусной еды? Они клевали и осуждали Джувурука. Такой-сякой решил изменить своему роду племени. «Как вам не стыдно, голуби? Джувурук ради вас же старается!» «Ой! А слуга-то умеет говорить, но только по-голубиному!» Так у Джувурука появился верный друг и помощник. Оказалось, слуга не просто слуга, а Гугур, потомок самого царя Соломона, который умел говорить по-птичьи. Они обсуждали чужие тайны, которые приносил голубь. Гугур рассказывал Джувуруку про людей, давал мудрые советы. Несите подарки праведнику, а не то раскроются ваши секреты. Все уважали и боялись всезнающего Джувурука. Он богател. Слава о нем дошла до самого правителя Кагана, и Джувурука назначили визирем. Он стал заседать в совете мудрейших, и ему уже было не до святых книг. Неожиданно Каган умер. Велико было горе придворных. Но кто же станет новым правителем? Джувурук! 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 И вот Джувурук стал правителем Каганом, а слуга Гугур – главным визирем. Дел было много. Но и про своих родичей Каган не забыл. Ему было лень летать, и он послал Гугура позвать голубей в гости. Но голуби отказались. «Не живи чужой жизнью», – ответили они. О, как же разгневался Каган! Повелел прогнать неблагодарных голубей, разрушить их родовое поместье и построить на этом месте себе новый дворец. Задумано, сделано.
В новый дворец входить мог только Гугур. Шли годы, голубь Джуврук все больше очеловечивался. И визирь Гугур предложил ему поразвлечься, как это обычно делают люди. Фу! Ай-яй-яй! Поползли слухи, в новом дворце творится такое, и даже вылетают оттуда крылатые чудовища. Но это уж слишком. Я лично в это не верю. Решили мудрейшины, что пора правителя женить. Каждый надеялся выдать за Кагана свою дочь. Но по совету Гугура, который и сам бы на ней с радостью женился, Джуврук выбрал дочку первого мудрейшины. Красавицу Зайтын. Но у Зайтын уже был жених, Минеш, из славного рода. Даже свадьба была назначена. Но когда сам правитель? Ну и что, что как чучело? Задумано, сделано. Вот и день свадьбы наступил. Первый мудрейшина был счастлив. Шутка ли, стать тестем самого Кагана? Гугур думал, стерпится, слюбится. А Джуруку было все равно. Надо, так надо. Ой, что будет, что будет? Даже подумать страшно. И вдруг... Все забыл Джуврук при виде прекрасной голубки. Не только о свадьбе, но и о том, что он уже глубокий старик. Ведь голубиный век куда короче человеческого. Остался старый голубь Джуврук ни с чем. Правы оказались его родичи. Не живи чужой жизнью. Остались дед с бабкой на старости лет одни. Бабка огород растила, за скотиной ходила. Ох ты, шкодник! Я рога обломаю. Дед без дела тоже не сидел. Хороша глина в тех местах. Дед, да, дед,
чуть тошно жить стало. Все одни да одни. Так... Еды полно, посуд полно, а есть некому. Девчонка в какого? Да где же его взять-то? Ой. Это ведь и... Подмёл. Ай, господи! Шок!
как бы знала, что наша чиновничка. Слухи о ненасытном чудище распространились по всем окрестностям. Люди в панике попрятались и разбежались кто куда. Спасайся, кто может! Беги! Беги! Тише! Бежу! Ух ты! Нет у меня никого. Кушай кашу ложкой, будешь топать ножкой. И шо? Ой. Не зажили они все вместе еще лучше прежнего. А рогатку в музей оружия сдали.
Это было давно. В одном древнем городе жили два друга, Нисан и Немурун. Они дня не могли прожить, чтобы не повидаться. Но вот однажды Нисан заболел, и никто не мог его вылечить. Подобно горящей свече, он таял с каждым днем и стал тонким, как травинка. И вот Нисана не стало. Немурун не мог найти себе места от горя. Почему люди обречены на смерть? Неужели нет на свете такой земли, где никто не умирает? Шли дни. Эта мысль не покидала его. Однажды Немурун спросил у матери: «Неужели ты тоже умрешь, как и мой друг?» «Что сказать тебе, сынок? Если бы прадед и дед и отцы наши не умирали, то и я бы не умерла. Но нет, сын мой, ничего вечного нет. И ты перестань горевать. Все на свете от Бога. Эй, извини, мама. Не верю я твоим словам. Думаю, есть такая страна, где люди не умирают. Я найду это место и найду себе там бессмертного друга». «Нет, сынок, не найдешь». «Найду», — прямо повторял он. А однажды утром собрался и вышел из дома. «Прощай, мама!» «Бог да поможет тебе в пути». Шел Немурун день, шел второй, шел месяц и еще один. Прошло много месяцев, а юноша все еще был в дороге. И вдруг видит, на чинаре сидит птица. «Какая красивая! Птичка, будь мне другом!» «Я согласна», — радостно ответила птица. «А ты умрешь или нет?» «Конечно. Каждый год я теряю по одному перу. Когда земля под деревом покроется моими перьями, я упаду на них и умру». «Но тогда я не хочу дружить с тобой. Я иду туда, где никто никогда не умирает». «Постой, но ведь куда бы ты ни пришел, смерть настигнет тебя. Ведь ничего вечного нет». И еще три раза взошло и зашло солнце. О, какой красивый олень! Давай дружить! Давай! Этот мой! Дружить так дружить! Садись, покатаю! Ты умрешь или нет? Конечно, все мои предки умерли, и я умру. Каждый год с моих рогов опадает по отростку, и когда все они отпадут, я упаду и умру. Тогда я не хочу с тобой дружить. Ой. Я иду туда, где никто никогда не умирает, — воскликнул юноша и отправился дальше. Шесть раз взошло и зашло солнце, когда увидел тигра. «Эй, человек, куда путь держишь? Я ищу себе друга и никак не найду. Давай дружить!» «Ха! Давай! Мне тоже хочется друга!» «А ты бессмертен?» «Ха! Сколько лет живу, а такого не приходилось слышать. Все умирают, люди, звери и даже деревья. И я умру, когда все мои зубы выпадут. Вот, видишь, одного уже нет». «А тогда не быть нам друзьями. Прощай!»
Еще 40 раз взошло солнце, а Немурун все шел и шел, и никого не встретил. А на 40-й день увидел большой красивый дом, а в нем девушку. О, какая красавица! Эй, юноша, куда путь держишь? Я ищу такое место, где никто никогда не умирает. Это место здесь. Да? Так пусти меня к себе! Ну, заходи. И стали они жить вместе. Да так хорошо, как мечтает жить каждый человек. Все, чего пожелаешь, исполняется. Чего захочешь, появляется. Время шло, а сколько его прошло, неизвестно. В стране бессмертия дни не считают. Прошло времени во много раз больше, чем человеческая жизнь. А они все не старели. Но вот однажды Немуруму вспомнились родные места и мать, которую он оставил. «Послушай, дорогая, что-то скучаю я по родным местам. Хочу маму повидать, соседей». «Что ты, дорогой, из тех, кого ты знал, давно никого нет. Много веков прошло, много поколений сменилось. Все умерли». Но Немурум не поверил и настаивал на своем. «Ну что же, если тебе очень хочется, иди», — сказала жена и дала ему 4 яблока. «Возьми эти яблоки, но только смотри, не роняй их и не ешь». Проходил он той же дорогой, которая когда-то привела его в страну бессмертия. Ой! И тут Немурум понял, что это клыки тигра, которому он предлагал дружбу. Хороший был тигр, красивый. И тут у него выпало одно яблоко. И Немурум сразу же посидел. Долго ли он шел, сильно ли уставал, это ему знать. Но вот он оказался в долине, где когда-то встретил оленя. «Эх-эх-эх, не стал я тебе другом. Прости, олень». И тут у него выпало второе яблоко. И Немурум почувствовал, что постарел. Через много дней добрался он до той чинары, где когда-то сидела птица и пела песни. И тут он выронил третье яблоко. И Немурум почувствовал, что стал совсем старый. Да, правы были они все. Ничего вечного нет. Все живет, пока не придет смерть. Добрался он до родного города, где похоронил когда-то своего доброго друга Нисана и где оставил старую мать. Все здесь стало другим, и дома, и люди, и их одежды. Стал спрашивать о своей матери, но никто ее не помнил. Привели его к 200-летнему старику, и тот сказал: «Сам я не видел твоей матери, но слышал от стариков, что жила здесь в давние времена одна старушка. Говорят, умерла с именем сына на устах, а сын ее ушел искать бессмертную землю и не вернулся». И, наконец, на старом кладбище он отыскал могилу матери. Нагнулся Немурум над могилой матери и поцеловал ее. В этот миг он выронил последнее яблоко и почувствовал, что силы покидают его. «Напрасно пришел я сюда. Лучше бы послушал жену. Лучше бы жил с ней там.
И стал он просить Азраила, чтобы тот взял его душу. И сказал Бог Азраилу: спустись к этому старцу, возьми у него душу, успокой его и похорони. Я копаю могилу. Могилу, говорю, копаю. Умирает один старик. Он, кстати, такого же роста, как и ты. Не лежешь ли в яму? Ну, хочу проверить, годится ли. Ну как? В самый раз. Заждались мы тебя, Немуру. Где же ты был так долго? Да, и вправду, на свете ничего вечного нет. И вы, шагая по лику земли, не забывайте дорогу к небу. Да баба, у бабы была курица, а у деда петух. Курица несла яйцо, баба его жадно съедала. Курице это было приятно. Баба завтраком не делилась, да еще и дразнила деда: пусть тебе твой петух яичко снесет. Я? А петух боялся, что не сможет яичко снести. Очень он от этого переживал. Вот попросил дед яичко, а баб за свое не старается, твой петух. Вот, ударь его как следует палкой, он сразу тебе яичко снесет. Вот, смотри, как мы с курочкой это делаем. А мужик, ну как же я петушка от своего да по голове бить буду? А бабка с курицей: давай, давай, мол, ударь. Ударить? Да по голове, да ударь, ударь. Послушался дед, тюкнул петуха, а баба все свое, как следует, как следует. Ну, дед с дуру-то петуха палка-то и огрел. Побежал счастливый к деду. Дедушка, гляди, какое я яйцо отнес. Вон, гляди, какое круглое. Идем. Во, гляди. Ой, беда. А баба со своей курицей над дедом и над петухом смеялись, да потешались. Обиделись дед с петухом и ушли вон со двора. Только мешочек с пшеном взяли.
петушка кормить. Нашли за речкой доброе место, стали себе новое хозяйство строить. Дед строил, петух помогал. Дед ему пшена подсыпал, петух клевал. От этого становился сильным, всю тяжелую работу делал. А дед ему помогал. Построили они ладный хутор, и дом, и амбар, и мельницу. Завели себе доброе хозяйство. Да тут постучалась к ним в ворота беда. Ехал мимо здешний барин, еще более жадный, чем баба, вместе со своей курицей. Увидал барин, какое у деда да петуха доброе хозяйство, обзавидовался и решил все прикормать. Видишь, ветер дует со стороны моего дома, значит, мой ветер. Да вроде как твой. А раз мой ветер вращает мельницу, то и мельница выходит моя. Да вроде твоя. Раз мельница моя, то и мука моя. Да вроде я... Раз мука моя, то и пшеница и подавно моя, так? Да так, но... Кстати, деревья тоже мой ветер качает, и значит, и деревья все мои. И все, что из них построено, тоже мое, мое. Во как! Барин уехал со всем добром, а мужик послюнявил палец, поднял его вверх. Да и ветер-то совсем не оттуда дует. Эх, обманули! Совсем огорчился дед. Негоже тебе жить возле меня, неудачника. Ступай-ка ты на все четыре стороны. Может, посчастливее меня станешь. И пошел петух на все четыре стороны. И в одной из них кошелек нашел. А в том кошельке денежки. Целых две. Обрадовался петух. Хотел денежки с дедушкой поделиться. Но тут на беду опять жадный барин. Увидел он петуха, да и говорит своему кучеру: «Кучер, поймай-ка мне это наглое животное, поглядим, что у него». Отобрал барин монетки и велел кучеру швырнуть петуха в глубокий подвал. А в том подвале у барина червонцы лежали. Говорит барин: «Пусть посидит тот петух в подземелье, пока я для него кару придумаю. А с деньгами моими худого не случится, говорят же люди. Куры денег не клюют». Ну, может, куры денег не клюют, а петухи-то клюют. Как оказался наш петух в подвале, стал червонцы клевать. Все финансы-то и сожрал. Выбрался петух из подвала и давай кричать: «Эй, барин, отдай две денежки петуху! Отдай две денежки петуху! Отдай две денежки! Отдай! А ну дай!» Разозлился барин, приказал кучеру: «А ну возьми твоего петуха, да брось в глубокий колодец!» Видит петух, пришла беда. Что тут делать? Давай воду пить. Пил, 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 пил. Пока всю воду-то не выпил. Из колодца вылез, снова кричит: «Эй, ты, барин, отдай две денежки петуху! Отдай две денежки петуху! Отдай две денежки петуху! Отдай!» Еще
пуще разгневался барин. Велел кухарке петуха изловить, да и в печи зажарить. Видит петух, новая беда. Начал он колодезную воду обратно выливать. Так весь огонь и загасил. Опять давай, петух, требовать. Эй, ты, барин, отдай. Вот нажил я петуху себе беду отдай с этой птицей, думай, барин. Эй, слуги, бросьте вы этого петуха к моим бодливым быкам. Они его затопчут или на рога подымут и избавят меня от этой назолы. Бросил петуха к быкам. А он расхрабрился, да как стал их клевать. Да как закричит громким голосом: а ну, барин, отдай две денежки петуху, отдай. Испугался тут барин. Эй, слуги, отдайте ему все его деньги. Все петуху вернул, обе денежки. И забрал петух и сад фруктовый, и пруд с утками да лебедями, и все хозяйство дедово. Да и дом заодно прихватил. И во свояси отправился к любимому деду. Идет крупный петух по лесам, по полям. Землетрясение по пути вызывает. И вернулся он к деду. Крыльями захлопал, ногами затопал. Много всякого добра дед принес. Прознала про то жадная баба. Стал у деда допытываться: где такое богатство взял? Говорим. Да все, как ты велел, делал. Петуха дубины по голове бил, а мне червонца ты снес. А уж твоя от курицы поди еще больше снести сможет. Обрадовалась жадная баба. Стала свою мерзкую курицу охаживать. После каждого удара несла курочка яички, пока они не закончились. После этого, хотя баба об нее всю оглоблю измочалила, курица уже ничего не несла. Так, дети, осталась баба без яиц.